Усім вітання. Це проект Good SU, в якому ми говоримо про толерантність і про доступ до прав. Ми це я, Христина Петрик, і Вітя Бреві сьогодні зі мною. Вітаю. Доброе утро. Вечір. Вечір, день, лиш би добрий. І в нас сьогодні тема не зовсім проста для розмови. Ми сьогодні будемо знову піднімати тему трансгендерності і тих звинувачень, які час від часу можуть сипатися на голову тих людей, як вони самі говорять, через те, що вони трансгендери. Але не тільки вони так говорять, їхні адвокати, які захищають їх у судах також. Зараз я розповім, про що суть, але спершу представлю наших гостей. У нас в студії є трансгендерна жінка і соціальна працівниця громадської організації «Партнер». Це Марія Винниченко. Привіт тобі. Здравствуйте. Марія не вперше тут у нас в студії. Правда, раніше ти з іншим прізвищем сюди приходила. Зараз у тебе вже є документи твої, з чим тебе також вітаю. Ти їх отримала. Це гарна нагода. І також у нашій студії є адвокат Віталій Матвієв. Вітаємо вас. Добрий також. День. Віталій, я зазначу для слухачів, це той адвокат, який виграв суд у Міністерства охорони здоров'я, і завдяки цьому рішенню скасована зараз дискримінаційна заборона, яка забороняє ВІЛ-позитивним людям всиновлювати людей. Дітей, даруйте. Ну, діти теж люди, але саме про дітей йшлося. Власне, зараз стосовно Марії відкрита є справа, є звинувачення стосовно від правоохоронних органів. І звинувачення полягає в тому, що начебто Марія поширює матеріали порнографічного характеру. Це звинувачення від поліції. На думку Марії і на думку адвоката, ця справа є сфабрикована, вона безпідставна. І більше того, у таких звинуваченнях не одній трансгендерній людині висували. Ми зараз будемо розбиратися, в чому деталі цієї справи і в чому, на вашу думку, фіктивність цієї справи. Будь ласка, діліться з нами. Что вообще случилось? Ну, что случилось? Меня обвиняют в распространении порнографии. При этом, когда я просила у следователя предъявить мне распространение, то, что я распространяю, да, мне дали ксерокопированный какой-то листочек черно-белый, где размывчато нарисована девушка голая. И типа говорят, что это я. Я говорю, докажите, что это я. Доказательств никаких нет. Я говорю, покажите мне оригинал фотографии. Никто ничего не показывает. Я говорю, покажите, где я распространяю. Ну, хотя бы сайт, на каком я распространяю. Если я распространяю это должно где-то быть в соцсетях, правильно? Но не, никаких... Как вообще это... ничего не сказали, не показали? Нет, ничего не сказали. Как немножко следователь странно. Вообще как-то говорит, на это отвечает себе под нос только и все. Ну так, пу-пу-пу, и все. Я говорю, где фотография, покажите мне. Он такой, и все. Вздохи, охи, и конкретики никакой. Ну, должны же какие-то быть материалы следствия, так понимаю. Давайте спросим адвоката. Давайте. Что-то они все-таки предъявили, наверное, они же совсем идиоты. Ну, с Марией мы познакомились в этом году, она ко мне обратилась, потому что она считала, что против нее административное дело, во-первых, было заведено, и как бы обвинительный акт ушел в суд. На момент обращения ко мне она думала, что там определенно какой-то штраф за знакомство в сети интернет. Конечно, когда мы начали разбирать более детально это дело, я Марии на тот момент объяснил о том, что нет, это действительно уголовное производство по 301 статье, это распространение порнографического материала в социальных сетях. А более детально мы проработали, я объяснил Марии о том, что это уголовный кодекс, а не административный кодекс, на что она удивилась, потому что на тот момент она понимала, что... привлекает ее за то, что она знакомится в сети в интернет, якобы просто для знакомства. Поэтому, когда у нас было первое предварительное судебное заседание, мы вернули обвинительный акт на досудебное расследование для того, чтобы более детально прокуратура, это органы судебного расследования, это полиция у нас, более детально проработали это дело. Ну, на этом этапе мы столкнулись с такими непонятными проблемами и ситуацией. Во-первых, доказательной базы никакой нет. То есть есть какая-то фотография, якобы на ней изображена Мария, распечатана с интернета, и на этой фотографии якобы порнографического характера обнаженный орган. Угу. Вот, я заявил через суд ходатайство на то, чтобы определить, действительно это есть подделка или реальная фотография. На что суд удовлетворил ходатайство защиты, и была назначена фототехническая экспертиза, которая у нас проводится в городе Киеве. Но следователю и прокуратуре это, конечно, не понравилось, потому что они хотели уже это дело передавать в суд для того, чтобы отчитаться о закрытии данного производства. Поэтому как бы для меня, как для адвоката, непонятно, если было определение, нужно было это определение исполнить органу досудебного расследования. Исполнения этого не было.
Они отправили это дело сейчас в суд, и, конечно, мы ждем первого судебного заседания для того, чтобы суду дать понять о том, что доказательств никаких нет. Единственное доказательство — это какая-то фотография. Как она появилась, каким путем, каким способом, время, действия — это должно устанавливаться в рамках уголовного дела. Ну, на сегодняшний день время, кто распространял, каким образом распространял, тоже этого нет. Я прихожу просто к мнению о том, что на сегодняшний день любого из нас можно взять в сети интернет-фотографию, да, при помощи фотошопа сделать обнаженный вид, тем самым в интернет выложить, и завтра за нами придут и будут говорить о том, что мы якобы распространяем порнографического характера в сети интернет данные фотографии. Мне кажется, что это как бы неразумно в первую очередь и как-то очень непонятно, потому что у нас верховенство права государства есть, уголовно-процессуальный кодекс есть, который работает, но при этом сам механизм не работает собирание этих доказательств. А как же они же дураки, что они же все-таки заканчивали тоже юракадемии? Я не знаю, что они, конечно, заканчивали. Я надеюсь, конечно, что они заканчивали. Там есть определенно умные люди, которые расследуют эти дела более детально. Возможно, в их практике это первое дело, которое они хотят запустить. Тем более, как бы трансгендер, на сегодняшний момент как бы тема трансгендера, она поднимается. Она должна как бы подниматься в нашем обществе, мы должны понимать, что есть такие люди. Вот, но... Это же другая проблема. Подождите, насчет просто этих ваших дел юридических. Я не совсем понимаю. Если человек совершил преступление, и доказательством ему, этому преступлению, да, служит какая-то фотография, всегда адвокат может потребовать, чтобы сделали экспертизу. Вдруг это подделка. Конечно. Может, не я врывался в банк. Конечно. Они не делают это. Я потребовал изначально. Ну, как бы естественно. Да, я потребовал изначально через следователя подал данное ходатайство для того, чтобы он инициировал проведение такой экспертизы. Было отказано, а там суть отказа в связи с тем, что он не считает это целесообразным. А как это нецелесообразно, если у нас, в принципе, уголовного процесса всестороннее рассмотрение этого дела. Ну, да. Таким образом, у нас полноты нету в этом деле. То есть они суд проиграют, наверное. Так они, потому что не доказали, как эта фотография очутилась в сетях интернета. Это же второй мой вопрос. Каким образом можно собирать доказательную базу? Если я что-нибудь не так скажу, я не юрист. То есть, если вы вскрыли, хакнули сайт знакомств, это не является доказательством, да? И оттуда взяли даже фотографию настоящую. Нельзя, да? Насколько я понимаю, для того, чтобы, например, доказать о том, что действительно это человек, что ты действительно он распространяет это доказательство, нужно войти в его аккаунт. Так, хакнуть. То есть, ввести его пароль, его пароль, зайти на его страничку и тем самым собрать эти доказательства. В нашем уголовном деле такого вообще нет. Какая-то другая страничка, другой домен. Насколько мне известно, у Марии есть отдельная страничка, но там домен вообще разный. То есть они отличаются. И она там сидит, как бы ведет свои комментарии, да, ведет свои комментарии, как бы как социальная личность переписывается. Но мне непонятно здесь, в этой ситуации, просто в сети интернет берется фотография. И тем самым при помощи фотошопа делается определенная манипуляция. Да. То есть, а вообще следователь имеет право хакнуть мой сайт знакомств, если они будут подозревать, что я распространяю фотографии? Нет, ну это вообще-то личная информация, а для того, чтобы войти в эту личную информацию, нужно, во-первых, определение суда. Так. Для того, чтобы суд дал доступ до такой информации. То же самое, как и в телефоне у нас хранится личная информация, просто следователь не может прийти и сказать, дай сюда, я хочу посмотреть. Нет, это противозаконно со стороны следователя, поэтому нужно обязательно определение суда, там, где суд дает разрешение на доступ к этой информации. То есть не просто прокурора, а именно суда? Да, только суда, да. Таким вот образом суд дает разрешение, и тогда мы собираем эти доказательства. Тогда эти доказательства будут надлежащим образом собраны, потому что у нас есть понятие сейчас как доктрина Соединенных Штатов, это плоды отруенного яблока, да? Таким вот образом, если доказательства были собраны ненадлежащим образом, они признаются в судебном порядке недействительными. И суд не должен их рассматривать и брать во внимание. Получается, что будет суд, и судья, видимо, скажет, судья, что надо делать. Да, конечно. Но на данном этапе мы хотим обвинительный акт отправить на доработку, потому что в обвинительный акт должно быть указано час, время, действие, полностью состав преступления. На сегодняшний момент в обвинительном акте нет этих данных. Таким образом, он не соответствует всем нормам уголовно-процессуального закона.
То все-таки справа була кримінального характеру, але Марії сказали про те, що це адміністративне порушення. Так, да. Ізначально мені сказали, ви, це адміністративне нарушення, не обращай на це увагу, просто підпиши, там мінімальний штраф до 800 гривень, більше тобі нічого. Я у нього спрашиваю, за що? Він, типа, ну, це за те, що ти там, типа, переписуєшся, типа, ти нарушила закон. Я не знаю законів своїх прав, взялась дуру, підписала. А потом читаю, я украинского не знаю языка, я читаю и смотрю, что-то в бумаге, ну не то. Написано, вас обвиняют в распространении порнографии. Я уже взяла этот листок на украинском, я его перевела на русский. Я говорю, стоп, если меня, ну включила свои мозги, если меня обвиняют, значит это уголовное дело. Думаю, не, надо искать адвоката. Вот так. Тобто ти підписала одразу адвокат тоді? Адвокат мені, кстати, підказав, що от, розказав, що це уголовне діло, мені приписують. Хоча вони сказали, що це не уголовне. Ти сама не знала. Понятно. Це ті поліцейські, які прийшли до тебе? Так, да, які ворвались в мою квартиру. Розкажи, як це було. Зробили обиск там в квартирі, отак от з ног на голову все перевернули. Нічого не знайшли, забрали мій телефон, перевірили, мужа телефон перевірили, мій комп'ютер, ну всю техніку перевірили, нічого не знайшли. Вони мали на це право? Ну, на тот момент, конечно, потому что у них было определение суда на обыск. Поэтому они законно, конечно, вошли. Только здесь суть, как они это сделали. Потому что, насколько я понимаю, с рассказа Марии, она закрывала дверь, ее просто толкнули. И... Да, меня думаю, со всей дури прижали к дверям. Ну, я прям прилипла к дверям. И там, стойте, полиция, вы арестованы. Вы нарушили закон, вы распространяете на весь подъезд. Мои соседи даже повылазили, думают, что происходит. А как вообще полагается обыскивать? Ну, я думаю, не со спины нападать на девушку, но это... Ну, в принципе, да, я про это ужасно. Я не знаю. Теперь я боюсь стоять спиной и закрывать дверь, потому что, не дай бог, опять кто-то нападет. Ну да, это, конечно, нехорошо. Ну, здесь мы должны понимать о том, что это есть человеческий принцип, да, у нас есть определение суда, то есть они должны были прийти к Марии и спокойно изначально то, что написано в определении суда, предложить ей по собственному желанию предоставить эти предметы, которые они разыскивают. В случае, если Мария откажется, тогда они полное право имеют проводить этот обыск. А обыск у нас имеет право проводить только следователь или прокурор. Есть уже позиция Верховного суда, и насколько мы уже смотрели на видео, ни следователь, ни прокурор не проводили в данной ситуации этот обыск. Проводили другие сотрудники правоохранительного органа. Тем самым тоже мы увидели нарушение уголовно-процессуального закона. Той документ, який Марія підписала, що це було? На тот момент это был обвинительный акт. Она подписала, также она подписала соглашение о том, что она признает себя виновной. Но она не сознавала, она думала, что это административное правонарушение. Хотя, когда меня задержали, я мужчинам, следователю, ну, которые были там, я им говорила, я не знаю украинского языка, вы мне хотя бы скажите, что происходит. Ну вот он мне сказал, что типа на этой бумаге написано, что типа нарушила... И все. Можно посоветовать слушателям, во-первых, учите украинский язык. Да, да. Сам. Во-вторых, не подписывайте, даже если вас очень об этом просят. Да? Очень внимательно надо читать, особенно то, что мелким шрифтом. Тобто ти мала право, могла попросити допомоги адвоката, нічого не підписувати на місці. Так процедура мала би виглядати, якщо ми говоримо про якесь цивілізоване русло? Ну, наскільки я розумію, Марія ізначально просила адвоката перед тим, як познайомилася. Я думаю, вона розкаже тут більш подробно. Я просила адвоката, і адвокат прислав свою помощницу. Помощница узнает, что я транссексуалка, звонит адвокату. Я не помню, как адвоката зовут, не буду говорить, как. И адвокат сказал, я не буду тебя защищать, так как ты испортишь мне репутацию. Ну, типа, ты транссексуалка, а мне такое не надо. Типа, в моей биографии, что я защищал транссексуалку. Вот такие у нас адвокаты дают, бесплатные вот такие адвокаты. А он имеет право, да, так сделать? Нет. Далее. Я думаю. Может отказаться? Я не могу комментировать эту ситуацию, потому что я знаю только со слов Марии, что там происходило, и более конкретно, как бы. Ну, в данной ситуации должны быть, наверное, резкие причины для того, чтобы отказаться. Я думаю, что отказ на основании того, что это трансгендер, это как бы не является каким-то отказом полным. Вообще, в принципе, адвокат имеет право сказать, нет, я не буду тебя защищать, иди ты нафиг. Ну, возможно, у этого адвоката какие-то другие дела, может быть, у него
больше дела, ему нужно было находиться в другом месте на тот момент. Поэтому, в принципе, это возможно, да? Он, как бы, ну, это бесплатная правовая помощь, там, как бы, они регламентируются своим положением внутренним, как это все происходит более конкретно, я думаю, там может рассказать бесплатно адвокат. Как бы я к нему не отношусь. Я понял, да? Да. Вот, поэтому я могу просто судить, может быть, адвокат не успевал на заседание, может быть, там какие-то свои личные причины из-за того, что он не захотел как бы вести дело. Но тот факт о том, что это является трансгендер, не является основанием для отказа в защите. То есть адвокат обязан защищать. Это его призвание, как бы. То есть, если к вам приходит человек, говорит, я плачу тебе деньги, защищай меня, вы можете сказать, не хочу? А здесь как бы моральные качества. Ты как платный адвокат, ты имеешь право отказать этому клиенту. Имеешь, да? Конечно, именно как платный. То есть врач не имеет, врач должен лечить, по-моему. Вот. Но здесь сугубо адвокат, который занимается своей частной практикой, он имеет право о том, что увидит, что да, действительно, как бы дело ему неинтересно, или по каким-либо причинам, он имеет право не принять это дело во внимание. Я просто могу как бы рассуждать, может быть, на тот момент, из-за того, что адвокат никогда не сталкивался с трансгендерами, он не знает, как себя вести в этой ситуации. Может быть, поэтому был отказ. То есть он не знал, как-то для него впервые как бы трансгендер. Нет, я объясню, в чем был отказ. Он защищал, этот адвокат, который отказался меня защищать, он защищал какого-то мужчину высокого ранга, который сидит в тюрьме. Типа бандит какой-то. И типа он бандита защищает в тюрьме, да? И тут транс — это типа, ну, не камильфо. Он с бандюками больше работает, а тут транс надо защищать. И поэтому он отказался. Ну, понятно, в общем, отказался, ладно. Бывает, случается. Ну, мы не расстраиваем. Що зараз в суді відбувається? Яка справа там? На якому етапі вона? Ну, назначена буквально в этом месяце. В последних числах у нас предварительное судебное заседание, подготовительное. Вот, и мы будем решать вопрос, принимать ли обвинительный акт к рассмотрению. В случае принятия будет дальнейшее рассмотрение в суде. Если суд посчитает о том, что обвинительный акт не соответствует процессуальным нормам, будет возврат прокурору на досудебное расследование. То есть это все еще криминальная справа? Да, конечно. Это еще уголовное производство. Справа. Да. Чи... Впродовж цієї всієї справи ви зустрічалися з дискримінацією саме на ґрунті гомофобії і трансфобії? Чи були якісь неупереджені, можливо, погані коментарі чи ставлення якесь дискримінаційне? Таке ви щось вбачали? Ну, я розказую, слідователь зі мною не спілкується. Я, коли у нього щось прошу, він морозиться від мене. Буквально мороз включає. Боїться. Я ему говорю, это он и с адвокатом общается. А я, вы меня обвиняете, поговорите со мной. Он со мной вообще не общается. Наверное, боится. Слушай, у меня вопрос, конечно, значит, есть, который... Значит, уважает, если наверное, боится. К адвокату, да, к Виталию. Наверное, все слушатели хотят задать. Значит, если я на Тиндере, да, знакомлюсь с девушкой и посылаю ей свою писю, это... Порнография? Это плохо или не так? Ну, это вообще-то плохо. Мы тут не священники. Мы так устали от этих фотографий, честно. Мы должны это понимать, что мы, в принципе, живем сейчас в веке технологий, да, что у нас технологии, это передовые у нас идут, мы отправляем фотографии разного характера. Даже несмотря на то, что как бы знакомство, мы можем какие-то интимные такие вот моменты отправить понравившейся девушке. Потому что ее заинтересовать. Она может на нас потом подать в суд? Вот. Я считаю, что здесь как бы состава преступления именно в рамках статьи 301 ну, не существует, потому что как бы это личная переписка, как бы личная переписка на сегодняшний день мы имеем полное право обмениваться информацией. Здесь. Это не публичный доступ. То есть к этой переписке имеет право доступ только кто? Я и данная девушка, с которой я познакомился. Она, может, не просила меня письма посылать? А я посылаю. Она может на меня подать в суд? Нет, это очень важно, потому что многим это интересно. Да, многие высылают. Знаете, здесь... Девушки тоже высылают. Если рассуждать с сегодняшними реалиями, я думаю, что она может написать заявление о том, что да, действительно, распространение порнографического материала, и мне сбрасывают такую вот информацию, как бы отреагируют правоохранительные органы. Исходя из того, что с чем мы столкнулись, я думаю, правоохранительные органы залюбки, да, возьмутся с... к этому делу и будут дальше как-то пытаться его довести до конца. То есть все-таки довольно опасная тропинка. Ну да, это довольно-таки как бы... Лучше не посылать. Лучше не посылать, да. Даже если просит. Я советую, да. Мы же не знаем, с кем мы общаемся.
Нет, я, да. Але це був би прецедент, якби таке судове рішення, судова справа, якби така почалась? Чи є подібні? Я таких діл не слышал. Может быть, они не доходили до суда, может быть, они заканчивались на стадии досудебного рассмотрения. Как оно там происходило, мне непонятно. А, вернее, я не знаю. Мне просто непонятно в этой ситуации. Вот Мария столкнулась с ней. Как бы фотографии у нас есть, как бы на этой фотографии виден фотошоп. Вот мы считаем, что это фотомонтаж. Мы заявили об этом ходатайство, и как бы со стороны следователя нам тоже непонятна его реакция, потому что как бы они не захотели дальше разбираться и более детально проработать. Ну, действительно, а может, Мария, насколько мне известно, это как бы публичная личность, она выступает тоже у нас на радио, на телеканалах, и она говорит о том, что действительно есть дискриминация данной категории людей. Может быть, кто-то, который плохо относится к этим людям, решили таким вот образом ей отомстить. Таким образом, почему она на сегодняшний день будет как бы нести уголовную ответственность? Все-таки это не игрушка, это уголовная ответственность, это довольно-таки серьезное дело. А що фотоекспертиза показала? Які висновки? Так, це в августі місяці. В августі місяці суд виніс определення о том, що назначить цю експертизу. Я буквально через пару дней отвез следователь. Конечно, следователь не ожидал. Он сразу в этот же день нам отправил по Вайберу о том, что ознакомьтесь с материалом дела, мы вам открываем, мы хотим его отправить в суд. На мои вопросы, как вы так можете, потому что ну, дело до конца не завершено. На что как бы не последовал разумный вопрос. Как бы Марии предъявили в суд, чтобы она не выезжала за территорию Украины сразу, ну, решили таким вот образом. Это, мне кажется, хотели проявить себя следственные органы, якобы, ага, если вы так начали себя вести, давайте мы тоже покажем свои клыки. Но, слава богу, следственный судья отказал прокурору, и Мария сейчас может спокойно перемещаться как по территории Украины, так и за границу, потому что они не предоставили надлежащих доказательств, что Мария действительно может выехать за границу и как бы не вернуться на территорию Украины. Тем более Мария ходит на все судебные заседания, на все следственные действия активно принимает как бы участие, да, поэтому оснований этого не было. Вот, после этого они решили обвинительный акт просто в суд отправить, якобы разбирайтесь там уже в суде, потому что уже это дело набрало такой довольно достаточный резонанс, а об этом деле уже писали как бы СМИ, и они решили как бы всю ответственность бросить на суд. Со стороны это выглядит так, будто хотят обвинить, а в чем обвинить, непонятно. Вот лишь бы обвинить в чем-то. Вот сделаем так, чтобы она никуда не выезжала, пусть она сидит. Хотя я была на всех заседаниях, а наш любимый прокурор может вообще не явиться. То есть ему это так неинтересно. То все-таки були висновки цієї фотоекспертизи, чи не було? Ще ні. На сьогоднішній день ще ні. Вони так довго робляться. А вони попросили повністю уголовне діло, тому що в определенні суда було написано відправити уголовне производство на експертизу. Слідователь відправив тільки, наскільки мені відомо, определення, а само уголовне производство вони відправили в суд з обвинительним актом. Угу. Ну, ми тут зараз не в суді, ми не будемо говорити, хтось винен, хтось не винен. Ми розглянули випадок, який не є одиничним, в тому плані, що системно, на думку транспільноти, за словами представників транспільноти, звинувачують трансгендерних людей у тому, що вони поширюють порнографію. Але не усі йдуть в суд, не всі мають можливість, не всі хочуть, мають ресурси і бажання. Марія, ти як соціальна працівниця стикалася з такими випадками, так? Так. Да. Розкажи, будь ласка, про них детальніше, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, в чому корінь цих звинувачень. Моя подруга теж транссексуалка, така ж, як і я, і її обвиняли точно так же, як мене зараз. І вона здала свої позиції і прийняла все, що на неї навісили. І що? Тільки із-за того, що вона побоялась світитися, так як у неї документи мужські, а виглядить вона як жінка. Вот поэтому, вот, что я останавливала. Ну, то есть, она транссексуал, ну, сидит дома в заперти. А, то есть ее в тюрьму не посадили? Не посадили. Ей дали штраф 11 тысяч. Да, и плюс уголовное дело ей. Теперь у нее, значит, всю жизнь это будет висеть да? на ней. Да. А теперь уже ничего не сделать ей? Она может быть... Нет, ничего, уже все, уже поздно. Ну, насколько мне там известно, ну, это...
то же самое с материалами, делами не знаком, но она подтвердила о том, что да, действительно она якобы распространила, взяла на себя ответственность и подписала соглашение с прокуратурой. Потому что да, она действительно это сделала. Поэтому как бы обжаловать уже в апелляционном суде, ей суд в первой инстанции разъяснил права о том, что она не имеет права после того, как она согласилась, подписала эти документы, подавать апелляционную жалобу. Она просто побоялась огласки этого всего. Ну да, понятно. А можно спросить, Виталий, а зачем вы этим занимаетесь? Вы не боитесь, что ваша репутация немножко будет смешна коллегам? А что смешно? Ну, вы коллеги, ты видишь, какие вот, а тебе отказался? Я думаю, что эта ситуация довольно-таки не смешная, она довольно-таки серьезная, потому что действительно это как бы бог со стороны следственных органов, которые не занимаются правильным расследованием. На сегодняшний день вот у меня есть дела, которые занимаются там убийство, там нанесение тяжких телесных повреждений, разбойное нападение, их никто не расследует. Затягивается очень долго, а здесь как бы трансгендерные не увидели, думаю, а давайте мы сделаем статистику, ну как я думаю, и закроем это дело, а там, может быть, она признается, мы там надавим на нее, расскажем какие-то определенные вещи, сказки, и она как бы поведется, как говорится. А, вот. Но мне было интересно, с какой стороны. Это мне как адвокату было интересно. Но, во-первых, Мария, когда ко мне обратилась, я задал один вопрос. Я говорю, если вы готовы идти до конца, я беру за это дело. Чтобы не было таких моментов, а, давайте, а потом, нет, я уже не захотел, у меня уже нет интереса. Сколько раз хотелось это сделать? Все, не хочу, мне надоело, а потом такая, нет, соберись, соберись. Если у клиента есть такое желание идти до конца, как бы я помогу, и мне самому интересно, как бы, чем это дело закончится, потому что мы должны понимать, что это прецедент у нас в Украине. Действительно, есть такая статья, которая за распространение порнографического материала. То есть, в моем понимании, распространение порнографического материала – это как бы мы сейчас вот сидим, да, делаем фотографии эротического характера и сразу на диске записываем и отправляем в продажу, свободный доступ и в интернет. За границей, насколько мне известно, есть студии, которые спокойно снимают порнографический материал, выкладывают в интернет, в свободном доступе есть, и никто никого не привлекает. У нас это еще диспозиция статьи 301, она до сих пор существует. Мне кажется, что мы пришли к тому времени, что пора уже нашему законодателю как бы пересмотреть полностью эту статью, как бы или изменить, или ее просто убрать. Она здесь не нужна. Так а що вважається реальним злочином за цією 301 статтею? Ну, на сьогоднішній момент – розпространення. Що в розумінні розпространення порнографічного матеріалу? Це, ну, я ж говорю, в даній ситуації у мене на флешці є порнографія, я спокійно загружаю в сеть інтернет, це свободний доступ, кожен має право как бы, просмотрети. Кстати, у Марии немножко другая ситуация. Там как бы сайт знакомства. Мы сейчас заходим на сайт знакомства, мы подтверждаем свой возраст, о том, что нам есть 18 лет. Мы заходим дальше через аккаунт, регистрируемся. Да, там... То есть это уже не свободный доступ. У нас уже есть определенные препятствия. Мне тоже здесь немного непонятно со стороны следственных органов, почему они посчитали, что это свободный доступ. Если там полностью идет регистрация, подтверждение, плюс платится определенная как бы, стоимость нахождения на этом сайте. Тем более этот сайт... Он не просто сайт знакомств, он знакомств с трансгендерами. А, то есть там все карты открыты. Конечно, там карты открыты. Они проиграют явно суд. И там я... Мы вот, на это надеемся. Мы заходили туда, я смотрел, да, действительно, там как бы большими буквами написано, что это знакомство для трансгендеров, вы подтверждаете свою личность, вы туда регистрируете, вы платите определенную плату, а потом при просмотре фотографий, не изначально эти фотографии можно увидеть. Там я смотрел, что есть фотографии, я, конечно, не могу сказать, что это порнографическое, это больше эротического характера у других людей, но они при этом закрыты, и сайт несет ответственность. Политика сайта, что порнографический материал, который там находится, он изымается. Поэтому у нас тоже здесь вопрос возникает. Если, допустим, кто-то загрузил эротического характера на этот сайт. Таким образом, администрация сайта должны были заблокировать этот аккаунт. Угу. В нашей ситуации, как бы... Они не посчитали его порнографически. Да, потому что там наверняка такого там и не так, было. Так за границей существует миллион этих сайтов, веб-камов, чего там только нету. Согласен. Все раздеваются за деньги. Мы тоже это смотрели, да, копеечки. Я тоже был удивлен и начал смотреть, да, действительно, за границей вот эти... Порнохаб возьмем, да? Там спокойно доступ, мы можем зайти сейчас на компьютер, как бы на этот сайт и посмотреть, выбрать интересующий нас раздел и как бы свободный доступ и посмотреть. Так, Виталий, если я факт... просматриваю это, что я тогда таким вот образом тоже каким-то взаимодействую с этим сайтом. Тот факт, что этот сайт, Порнохаб, в Украине не запрещен.
в России, по-моему, запретили. А здесь он не запрещен. Это не является как-то противоречием с тем, что они собираются осуждать человека? Ну, я считаю, что да, действительно противоречие. Почему это я говорю, что такая? Пора пересмотреть уже 301 статью. Возможно, это уже не уголовное преследование, это уже новые как бы реалии, это новое знакомство, и мы должны понимать. Да, я, конечно, осуждаю там, где педофилия у нас, детская порнография, это неприемлемо в нашем обществе, и не только в нашем, там и за границей неприемлемо. Да, мы должны это пересекать. Но в нашей истории здесь как бы взрослые люди, которые знакомятся, и они выбирают свое предпочтение, как они это сделают. И при этом наш законодатель показывает данных категорий людей. Мне кажется, это все-таки дискриминация здесь есть, а дискриминация почему? Трансгендеры. Да-да, есть-есть. У нас времени уже немного осталось, да? 10 хвилин. А чому саме от у вас така думка, що це дискримінація через трансгендерність? Как бы, ну, мы с Марией общались на эту вот тему, как бы это девушки с изюминкой у нас, да, как называют, девочки с изюминкой, они интересны другим людям, которые готовы с ними гулять, прогуливаться из-за их красивой внешности, это пластика в первую очередь, и готовы за это платить большие деньги. Возможно, я могу предпустить, что как бы давление на этих людей из-за того, что они получают как бы за предоставление такого сопровождения определенные деньги, то можно как бы попытаться, чтобы закрыть глаза на это всего, получить вот эту вот деньги. Но это как один из наших предлогов, как мы, ну, рассуждение. Это не обязательно, что это факт, действительно. Но, да. Там какая-то заведомая проституция. Я чуть-чуть добавлю к этому. Мою подругу, которую осудили, ей предлагали или $3000, или вот статья тебе. Но она сказала, у меня нет таких денег, и вот это ей статью дали. Просто то есть подошел нагло, нам прямо на суде закрыли, выключили камеру. Подошли и говорят, или мы тебя судим, короче, или ты платишь $3000. Пипец. Пипец это называется. Дорогие радиослушатели. Пипец, мы должны говорить. Это ужасно. Открыто говорить для того, чтобы данная категория людей. То есть, если я транссексуалка, на меня можно навесить, с меня можно деньги сдирать, с меня можно все. Вот и все. А якщо в людини справді документи одні, зовнішність інша, в суді буде колізії через це? Якісь юридичні нестиковки? Проблеми через то може бути? Ну, по документам. У нас какие документы, в принципе, так и рассматриваются. Значит, это оно и есть, это личность. Устанавливается личность судебного заседания по документам у нас. Да, например, документов там Иван Иванович, а в жизни там Мария Тимофеевна, ну, это уже другое. То есть состыковки здесь не будет. Здесь установление личности по документам, угу. То есть по паспорту. Тобто це не є причина відмовлятися йти в суд і боятися, що суд програє через Ні, це не причина. Нужно об этом говорить, нужно бороться с этим, потому что действительно в нашем обществе дискриминация она существует, и мы должны ее или уменьшить, или каким-то образом попытаться вообще убрать. Це перший випадок, коли ви з трансгендерами працюєте? Да, да, адвокат? Это первый случай, как бы у меня сейчас в производстве два таких трансгендеров. Вот, и как бы веселимся. Друга справа схожа за суттю? Ну, там немного, там не трансгендер, там больше транссексуал. То есть это мужчина, который одевается в девушку и при этом выступает. Угу. То есть это более... Травести дива? Травести дива, да, да, да. Тоже плохо? Да, тоже плохо. На него. Да, это тоже то же самое. То же самое, такая же ситуация. И как бы... Все идентично. И что интересно, там просто фотографии женщины, а он приходит, у него и борода, все как бы мужчина. Как бы... И за что же его обсуждают? А то же самое, якобы записи. распространение якобы интимных гениталий, записи. Да, в сети интернет. Хотя там ни лица не видно, ничего, откуда они взяли, то есть тоже непонятно. Наверное, штаны спускали, смотрели, подходит, оно, не оно. Ну, будем разбираться, конечно, как по мне, это цирк, ну это цирк, ну реальный цирк. Так, а вот натуралам, там, обычным людям, таким традиционным товарищам, вам, например, да, к ним никто не предъявляет такие обвинения? Или тоже такие дела бывают? Был у меня один такой клиент, но он изначально обратился за консультацией, но из-за того, что жена узнает о том, что его хотят привлечь именно по такой статье, он решил как бы другим путем уйти от этой ответственности. Ага. То есть он уже работал там, в другом направлении, как бы он у меня получил консультацию, я его, конечно, заверил, чтобы он не боялся, как бы,
Если незаконно, то надо отстаивать свои права. Но он решил, что лучше другим путем. То есть можно решить... Потому что осуждение будет со стороны жены. Сказать, что просто у полицейских надо было типа план выполнять, да? Они решили такие легкие случаи. Ну, взять. Возможно, до сих пор у нас есть статистика, которая еще вот. Советских она времен есть? У нас тянется. Конечно, она есть. Надо план, надо получать премию за раскрытие данного производства. А почему бы не сделать? То есть они ищут же легкие жертвы просто себе, да? Ну, о том, что я говорю. Здесь убийство у нас есть, здесь насилие. А взяли за порнографический материал, который неизвестно откуда появился. А по 301 статті, в принципі, є якісь вироки? Їх багато? Ну, я тільки, от, наприклад, по Одесі, там, де соглашення було між прокурором і обвиняємим, там, де согласились о том, що давайте ми не будемо йти как бы, далі, закроємо це діло, признаємо свою вину, це, да, було, і я бачив по городу Одеса, такі і були. Угу. Вот, по Украине у нас тоже пытались по такой статье, есть уже позиция даже Верховного суда, там, где Верховный суд конкретно сказал, товарищи, для того, чтобы доказать, было ли распространение этого информации через сеть интернет, надо доступ к аккаунту и доказать, что да, действительно, этот человек регистрировал, этот человек загружал туда порнографические характеры, на какой... предмет был сфотографирован, как, это может быть видеокамера, это может быть фотоаппарат, это может быть на телефон. То есть следствие должно доказывать. Если вы не доказали, таким образом состава преступления нет. Но человек невиновен. Презумпция невиновности вообще. Конечно. Ага. Так, а еще хотел спросить про порнографию. А если женщина пойдет по улице голыми сиськами, это распространение порнографии или нет? А, нет, нет, нет. Я считаю, что это не распространение порнографии, это уже дело моральности, да, у нас. Да просто ей так захотелось. Нет, а на нее можно подать суд? Вы считаете, как мужчина, я понимаю. Я считаю, что она может пройти и посмотреть, полюбоваться. Ну, даже взять, а если у нас скульптура, которая там... Скульптуру подавать суд тяжело? Можно ли считать это порнографией? Я думаю, что тоже нельзя считать, потому что это как бы научное творение, да, можно показывать как бы анатомию человека, да, то есть относится к более такому искусству, виду искусства. Так, нет, нужно, если девушка пойдет с голыми сиськами, это не совсем искусство, ей просто жарко. Это ее право. На нее можно подать в суд? Я считаю, что нет, потому что это ее право как гражданина, как бы ее волеизъявление пройтись с голыми сиськами. Да? Это не будет нарушение громадского порядка. Транссексуалка голая, так, о, вот тогда бы на нее уголовное дело бы закатали. Ну, тогда потому бы что уже она... разбирались, да. Да, тогда уже было бы разбирательство. Вот так вот получилось. То есть как бы за хулиганство въебнуть, да, наверное, попытались бы. Ну, здесь тоже спорный вопрос, является ли здесь хулиганство. Ну, как... Оскорбление морали, общественное. Да, в основном бы оформили как хулиганство, да. Так, а с голой писькой вот совсем нельзя. Чуть-чуть даже нельзя. Ну, здесь уже вопрос к человеку, который пройдется, да, по городу. А может быть, у него состояние невменяемости? Может быть, у него... Нет, это хорошо, он будет так защищаться. А вообще, в принципе, это тоже хулиганство. Ну, оформят, да, как хулиганство. Но не порнография. Нет, 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 это ни в коем случае не будет как распространение. Посылать человеку за твою, значит, это самое все можно. Это будет порнография. А если я живьем к нему приду, а делать это ваш законодатель как это описал, как бы... Як бачимо, це та норма, яка ще потребує регламентації. Це поле, так як ви кажете, що цю 301 статтю треба переглядати, осучаснювати, змінювати підходи. А людям, особливо трансгендерам, які стикаються із звинуваченням, треба не боятися їм і сміливості, і бажання доводити свою правоту, свою невинність. Є такий адвокат, який готовий займатися цими справами. Бачите, ми вже вам таку репутацію зробили. І ми сьогодні якраз дякуємо нашим гостям за цю розмову. Ми сподіваємося, що ця інформація буде корисною, і не просто так ми тут сиділи і говорили про те, що відбувається, які звинувачення можливі, особливо якщо людина трансгендерна. Дякую гостям ще раз. Віталій Матвієв, адвокат. Марія Винниченко, соціальна працівниця громадської організації «Партнер», трансгендерна жінка. Дякуємо тобі. Дякую. Я Христина Петрик, Вітя Бревіс. Не підписуйся все подряд. Це проект «Good as You». Почуємося, ми говоримо про толерантність і про доступ до права.